И сейчас мы будем изучать книгу Исход Шмот. И мы знаем, что изучение Торы – это основа, которая позволила народу израильскому сохранить свою сущность до сегодняшнего дня. Я верю, что если в это время мы хотим быть голосом для нашего народа, ואם אנחנו רוצים למסור דעת והבנה והתגלות על ישוע בלי עמידה חזקה בספר תורה לא נצליח. Если мы хотим передать слово про Иешуа нашему народу, то без твердого основания в Торе мы не преуспеем. אז אני רוצה לתת שלושה, אם אני אספיק, שלושה שיעורים קצרים על פרשת השבוע של היום שמות. И я хочу дать три небольших урока, если я успею, по сегодняшней недельной главе из Исхода. А с чего решен Шемот, имена? Первый урок – это имена. Мама Шмаучил, мила Шемот. Каково значение слова имена? Вы они мамаш не роце акшав ли канес ле паршанут шел коль шем шел бней Исраэль, ше зе гам меанен меот. Я не хочу сейчас растолковывать все имена народ сынов Израилевых, хотя это тоже очень интересно. Веба иврит еш мамаш машмаут амука беколь шем шанахну курим бесефер бекитвей кодеш. На иврите есть огромное значение каждому имени, которое написано в Святых Писаниях. Авал кан ани роце лаагид ше по еш ремез ахерет. Но я хочу сказать, что здесь есть другой намек. Еш кан ремез ше хине бне Исраэль. Здесь намек есть такой, что вот народ сыны Израиля зашли в Египет, и есть значение всей их жизни. Когда мы читаем послание Ефесянам, там есть очень интересное. Рав Шауль котев махшива, и апостол Павел пишет такую мысль. Умер шелекол эхад митану еш маасим шалейну ласот бахаим. Он говорит, что каждый из нас должен делать определенные дела в своей жизни. ובעצם אנחנו יכולים להצליח. Им есть лану кешер им Элоим, а за нас на всех бомасим шелану. И если у нас есть связь с Богом, то в наших телах мы преуспеем. Беглязе Шауль котев шам каха. Поэтому Павел пишет там так. Есть лану маасим товим ласот бе Иешуа ха-Машиах. У нас есть, нас Бог предназначил нам добрые дела, которую мы должны исполнять Иешуа Машеха. И каково значение его мысли? Он говорит, что весь мир испорчен. И в Иешуа есть исправление каждого человека. Поэтому если ты принимаешь Иешуа и все, что он сделал для тебя, то ты уже мисугал бхаеха. В своей жизни ты можешь служить Богу и сделать то, что Бог для тебя приготовил. Это та же мысль, которая прослеживается в Торе, когда мы читаем про нашу жизнь. Авраам, Ицхак и Яков. Корим, בסוף של חייהם היו מסופקים על חייהם והלכו לאלוהים ומתו, אבל כאילו היה כבר סיפוק, עשינו מה שהיינו צריכים לעשות. Написано, что они ушли, אז в концу своих дней они умерли, они пошли к Богу насыщенными днями, довольными тем, что они сделали в своей жизни. וכשכאן אנחנו קוראים, הנה, שמות של בני ישראל, והם נכנסו לארץ מצרים במספר 70, אז יש פה אותה מחשבה. Здесь написано, что вот имена сынов Израилевых, которые пришли в Египет, и их было 70 человек. וכאן מדובר שכל אחד מהם כבר חזר לאלוהים, וכל אחד מהם עבר חיים מבולבגנים. И здесь говорится, что они все вернулись к Богу, хотя каждый из вошедших в Египет, они, у них была не простая, не легкая жизнь. Мы это читали. Рувен очень много в своей жизни сделал неправильно. Шимон и Леви асу балаган. Шимон и Леви тоже хорошо балаган. Иуда асу балаган. И Иуда тоже. Эм кулям асу коль мене дварим бахаем. Все они в своей жизни много чего наделали. Аваль кан мидубар шехине шимотам, шеквар еш хашба меем аль кол аулам. Но здесь написано, что вот их имена, и они влияют на весь мир. Ве
Здесь странно, что написано 70 человек. Если мы глубоко зайдем в историю, не считали так точно. 1, 2, 3, 4, да, получается. Потому что они в прошлом жили группами, общинами. Мы помним рассказ про Авраама. Написано, он, его жена, его раб и сын его. Но потом, когда произошла война, вдруг у него оказалось 300 человек. То есть огромное общество большое. Я уверен, что вместе с Яковом намного больше, чем 70 человек зашло. Но почему здесь говорится только про 70? В книге Бытия, в 10-11 главе, говорится, что Бог Ноя произвел 70 народов. И здесь есть намек. Если сыны Израиля живут согласно призванию Бога, тогда они влияют на весь мир. На все 70 народов, распространенные по всей улице земли. Я хочу, чтобы мы сейчас с вами пошли и открыли книгу Матфея. Не обязательно открывать, но кто помнит, что написано в первой главе Евангелия от Матфея? Написано родословное Ишуа, и там есть кое-что странное. Кто помнит, от такого 14 родов, потом после такого 14 родов? Если мы подхим сефер Тора, и на оставу дазот квар мизман, есть отбе ютер дорог, ми 14, 14, 14. Если мы откроем Тору и эту работу произвели уже давным-давно, то там намного больше, чем 14 родов. Но что имел в виду Матфей? Он все сосредоточил к одному имени царя, к имени одного царя. Как его зовут? Давид. Ки по гематрии шем шело за 14. Потому что по гематрии Далет вав Давид, Давид, число 14 получается. Ве махшива шел Матай, аз, кшу катав эта басура шело. И мысль Матфея, когда он писал свое Евангелие, айта шехине тистаклю ал рак бен адам эхан. Была такова, посмотрите только на одного человека, который направлял свою жизнь согласно Божьей воле. И его жизнь настолько повлияла на историю, что с самого начала и через столько, и через количество родов приходит Машиах, Искупитель мира. И здесь прослеживается та же мысль. И вот я хочу на простом языке ее нам истолковать. Мы себя называем верующими в Иешуа. Так нам нужно начать про себя думать как те, שאנחנו משפיעים על העולם כולו. Которые влияют на весь мир. כי במשיח קיבלת חיים חדשים. Потому что именно в Машиах ты получил новую жизнь. ואם אתה חי עם רצון לשרת לאלוהים. И если ты живешь с желанием служить Богу. אז אתה משפיע על כל העולם. Тогда ты влияешь на весь мир. בהשפעה שקשה להסביר אותה בשפה אנושית. Влиянием, которое трудно объяснить на человеческом языке. אבל אם אנחנו מקבלים שאלוהים הוא עצמו אדריכל של כל העולם. Но если мы принимаем то, что Бог, он архитектор всего мира. אז הוא יודע איך לתפור חייך. Он знает, как выстроить твою жизнь. ואיך לקחת אותה ולתפור יחד עם חיים אחרים ועם זה
Ласот ашпа, тикун, ашпа вышинуй бы коле улам. Как взять твою жизнь и сшить ее вместе с жизнями других людей так, чтобы ты влиял на весь мир? Ма алейну лавин. Что нам нужно понять? Алейну еш ахрают анакит. У нас есть великая ответственность. Им анахну мааминим ба Машиах. Если мы верующие в Машиах, алейну еш ахрают анакит. На нас лежит огромная ответственность. Ве кшанахну корим эта сефер шемот, килу корим аль ацмейну, гине шемот шел бней Исраэль. И когда мы читаем книгу Исход, мы читаем как будто про себя, вот имена сынов Израилевых. ואתה משפיע על עולם כולו. איתי בלייש את המסמיר. אם אתה חי עם תשוקה, עם אמונה. Если ты живешь со страстью и верой. Им ата роце лимсор метал Иешуа. Если ты хочешь передать правду о Иешуа. Им ата маргиш ше стандарт ше Элохим макрин ба сефер שלא הוא стандарт שלך, שאתה רוצה להיות לפי стандарт הזה. Если ты чувствуешь, что тот стандарт, который Бог и дает в своей книге, это твой стандарт, что ты хочешь жить по этому стандарту, тогда ты преуспеешь. Лифней арбе шаним הייתי באיזשהו כנס קטן פה בארץ. Много лет назад я был на одном כנס. На одной конференции здесь. והיה אחד מהדוברים פסטור של קהילה גדולה מאוד מטקסס. И был один из спикеров, пастора огромной общины из Техаса. И мы, то есть на количество людей, которые есть в наших общинах в Израиле, по сравнению с той общиной, это как будто домашние группы. ופתאום, והוא נתן לימוד, אני כבר לא זוכר את כל הנקודות של הלימוד שלו. И он преподавал учение, я уже не помню все пункты этого учения. אבל פתאום הוא אמר משהו. Но потом он сказал что-то. הוא אמר, אתם בארץ, בישראל. Он говорит, вы живущие в Израиле. תמיד חושבים על עצמכם שאתם משהו קטן, מיעוט, בלתי משפיע על כלום. Вы всегда про себя думаете, что вы маленькая группа, меньшинство, которое ни на что не влияет. וזה באמת ככה, כשאנחנו מדברים עם פסטורים של קהילות גדולות, מה אנחנו יכולים לעשות? לעשות פה הללויה ולשיר כמה שירים, וזה כל העבודה שלנו. Это действительно так, когда мы разговариваем с большими пасторами, лидерами, что мы про себя думаем, что мы здесь собираемся, поем аллилуйя и все, что мы можем сделать. ואני בטוח שיש רבים מאיתנו שבאותה מחשבה, מה אני, אוקיי, אני בא בשבת, אני מתפלל, אוקיי, תודה. Аллилуйя, покица, аллилуйя, катанчик. Я думаю, что многие из вас также про себя думают, что я делаю. Я прихожу в шаббат, молюсь, пою, и я такой маленький, аллилуйя. И он сказал, вы просто не понимаете, что ваше маленькое движение в земле Израиля влияет на огромное движение во всем мире. Я лично верю, что мы родились в это время, именно в это время мы живем здесь. בידיים של אלוהים. Это сокровище в руках Бога. ומה מבקש הוא ממך? И что он просит от тебя? להכיר שאתה חשוב לו. Признай то, что ты важен ему. ותהיה, פשוט תהיה. И просто живи. לפי סטנדרט שלו. Живи по его стандарту. אני הרבה פעמים מדבר על סטנדרט. Я часто говорю про стандарт. ואתה לא צריך לדאוג איך הוא לוקח את החיים שלך הקטנים. И тебе не нужно волноваться, как он возьмет твою маленькую жизнь, как будто бы маленькую, и через эту жизнь окажет влияние на весь мир. И это та же история, когда маленькая группа маленьких евреев пришли в огромный Египет. Но они повлияли на весь мир. זה שיעור ראשון. Это первый урок. שמות. И имена. משמעות של חיינו. И значение нашей жизни. שיעור שני. Второй урок. מאותה פרשה. С той же недельной главы. ואנחנו קראנו כבר על זה, והנה כאן כתוב בפסוק 12, אני קורא ברוסית שזה יהיה מהר יותר. Мы прочитаем сейчас на русском, чтобы было побыстрее. Однако, чем сильнее притесняли сынов Израилевых, тем больше их становилось. Ужас перед ними охватил египтян, они стали безжалостно принуждать сынов Израилевых тяжким работам.
И там мы читаем, ואחר כך אנחנו קוראים איך פרו אומר למילדות, תהרגו את הבנים, אבל עדיין הם פרו ורבו וגדלו. Потом мы читаем, когда фараон дал распоряжение убивать младенцев Израилев, до сих пор народ все равно продолжал размножаться. ילדים במשפחה. И дети в нашей семье. זה בעצם שיעור השני. Это второй урок. ילדים במשפחה. Дети в семье. כמה ילדים צריכים להיות במשפחה? Сколько должно быть детей в семье? אחד. Один. אחד או שניים? Один, два. אני חושב מספר הכי יפה לפי אירופה. Я думаю, что очень хороший по европейским стандартам хорошее количество детей. זה ילד אחד, שני חתולים וכלב. Это один ребенок, два кота и одна собака. О, один бихлал бли юнадим, пашут хатулим бекелев. Или намного легче вообще без детей взять кошек и собак. Адем видим, ха, улама модерни. Современный мир. У улама мус. Очень занятой. Лахуц. Постоянно давление происходит. Карьера, авода, лимудим. Учеба, работа, карьера и так далее. Хаити, никфос ле... לנוח קצת, מה זה, עם ילד אי אפשר. Я бы хотел немножко отдохнуть, с ребенком это невозможно. אז אני רוצה לטוס, לא יודע, למונאקו. Я бы хотел полететь в Монако. איזה יופי. Какая прелесть. זה стандарт של היום. Это сегодняшний стандарт. ואתם יודעים, בעצם, כמו שאומרים, и как говорят, שישראל עדיין לא שיקם את אובדן יהודים שקרה במלחמת העולם השנייה. Вы знаете, что Израиль не восстановил количественную потерю евреев, которых уничтожили во время Второй мировой войны. Кам כתוב? Здесь написано. וישרצו בני ישראל. Что размножатся сыны Израилевы. והיה לחץ עצום. И было очень большое, и было огромное давление. יש לנו ידידה אחד. У нас есть подруга одна. Ну, не деда, походка подруга. Наша знакомая, приятельница. Лифамина узерет ли има картисей тиса. Она мне иногда помогает бронировать билеты за границу. Аз и цухет кеткуда зман, кшанахну мазменим альмишаха картисей. Она всегда смеется надо мной, когда я для всей своей семьи заказываю билеты. Ве бэцем сиямти бигаль схоким шила лазмин дарка. И честно говоря, я с ней перестала работать из-за того, что она смеется. Кикшебану пам носах ваялан од елет. Потому что когда мы пришли, и в определенный раз у нас был плюс еще один ребенок. И амра, макарайтхэн. Она говорит, что с вами случилось? Ве юмерет, лахзик елет баарет, зэк му лахзик машканта носефет. Она говорит, держать ребенка здесь в Израиле, это как будто взять еще одну машканту. А если ха он едет, он машканта. А за еще один ребенок, еще одна машканта. Он едет, он машканта. Еще ребенок, еще машканта. Хевра, не лору цела агид ля аф и хат, кама юнадим атем црихим. Я не хочу никому говорить, сколько детей вам нужно иметь. А валь китве кодеш умрим лану. Но святые писания говорят нам. Шим еш лиха, яхолет. Что если у тебя есть возможность. וזה קשה, חבל על הזמן, ואני ראשון יודע כמה זה קשה. И это трудно, я первый могу сказать, насколько это трудно. אשתי יודעת הרבה יותר. А моя жена намного больше знает. כמה זה קשה. Насколько это тяжело. ופה אלה שיושבים כאן ויש לכם כבר שלוש או ארבע, יודעים את זה גם. И те, которые здесь сидят, и у вас есть трое и четверо, тоже это знают. זה מאוד קשה. Это очень сложно. אבל איזשהו... רעיון תנכי. Но есть библейская идея. והנה היא אומרת. И вот эта идея говорит. יתרבו בני ישראל. Что размножатся сыны Израиля. ואתם יודעים, זה דאגות בלי סוף. Это постоянные переживания. ומישהו חכם אמר, כשילדים קטנים זה דאגות קטנות, כשהם גודלים זה דאגות גדולים. Умный человек один сказал, маленькие детки, маленькие переживания. Большие дети, огромные переживания. Сахарте על זה פעם. Я один раз, однажды над этим смеялся. А כבר אני לא צוחק על זה. Уже не мне и смешно. כי אנחנו חווים את זה יום-יום. Потому что мы каждый день переживаем это. אבל משום מה, כמה שזה לא קשה. Ну как бы сложно не было. Элохим אמר. Господь сказал. זה חוכמה. Это мудрость. וכששואלים אנשים מבוגרים שהולכים למות. И когда спрашивают, обычно спрашивают пожилых людей, которые уже перед смертью. אומרים, מה אתה מצטער בחיים שלא עשית? Говорят, о чем ты жалеешь, что ты не сделал в своей жизни? בדרך כלל, מצטערים על שני דברים. Обычно сожалеют о двух вещах.
לא ביליתי מספיק זמן עם משפחה, не провел много времени со своей семьей, וחבל שלא הבאתי לעולם עוד ילד או שניים. И жалко, что не привнес в этот мир еще ребенка или двоих. אנחנו היום, כשאנחנו צעירים יחסית, сегодня, когда мы достаточно молоды, איזה ילדים? Какие еще дети? Мы צריך את הכאב הזה, אחד ומספיק לי. Кому нужна эта головная боль? И один и достаточно мне. כי אני רוצה לראות את העולם. Я хочу посмотреть мир. אפשר להגיד תודה לאל עבור בן אדם שפיתח יוטיוב. Можно сказать слава Богу за человека, который развил YouTube. אתה יכול לראות את העולם דרך YouTube. Можно мир посмотреть через YouTube. אבל לא רק זה, אלוהים מאפשר כשאתה רוצה. Не так. Бог, если дает, он потом дает возможность. אבל יש חוכמה בקטע הזה. Но есть в этом мудрость. ולמי שיש אוזניים תשמעות. И у кого есть уши, послушайте меня. Услышьте меня. שיעור שלישי. Третий урок. מאותה פרשה. С той же главы. אנחנו קוראים את הסיפור. Мы читаем этот рассказ. והנה משה נולד. И вот родился Моше. וכל הבעיות מסביב הלידה שלו. И все проблемы, которые сопровождали его рождение. והנה הוא גדל בבית פרעה. И вот он вырос в дворце фараона. וכבר נסיך של מצרים. И он уже стал принцем Египта. ופתאום יש לו משיכה ליהדות. И вдруг у него есть помазание к еврейству. ופתאום הוא רואה משהו לא אמיתי קורה והוא הורג את המצרים. И вдруг он видит что-то, что не нравится ему, и он убивает египтянина. אנחנו זוכרים את הסיפור. Мы помним это. הוא בורח למודיאן. Он бежит в землю Мадианскую. ושם הוא חי, הוא מתחתן, נולדים לו ילדים, הוא מכיל פשוט להיות רועה צאן גדול. Там он встречает девушку, женится, у него рождаются дети, и там он становится просто пастухом большого стада. И в один день он видит чудо. Он видит горящий куст. Кто помнит этот рассказ? И Господь говорит ему, иди и выведи народ мой из Египта. И потом начал дусиях бен Моше, ובין אלוהים. И вдруг начинается такой диалог между Моше и Богом. אני רוצה לקרוא כמה פסוקים. Я хочу прочитать несколько отрывков Писания. בוא נפתח ביחד שמות פרק 3. Давайте мы вместе откроем Исход, третью главу. פסוק 9. וכשאני אקרא את זה ברוסית, אני קצת אדלג בשביל להגיד את המחשבה. 9 стих, я буду читать тексты, пропуская некоторые вещи. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, я вижу угнетение, кем угнетают их египтяне. И так, Элохим умер для Моше, пойди, я пошлю тебя к фараону, выведи их из Египта. Моше говорит, кто я? Ну, что мне идти к фараону? Я сбежал оттуда, Альмата Медабер. И сказал Бог, 12 стих, я буду с тобою, вот тебе знамение, сделаешь так и так. И сказал Моше Богу. Вот я приду к сынам Израилевым и скажут Бог отцов ваших послал. Они скажут, как имя его? И пасук 14, Бог говорит Моше, скажи им, я сущий, по иврите юд гей вав гей, тетраграмматон, шем, ше и вшар ликро, афахат люди их ликро, это шем азе. На иврите Бог сказал, что его имя это юд гей вав гей, которое мы не произносим, потому что никто не знает, как правильно произнести. ויש משמעות ופרשנות רבה למילים האלו. И есть толкование и значение этим словам. ואומרים ששם של אלוהים כאן במקרה הזה אומרת מי שהיה והווה ויהיה. И говорят, что это имя Бога, это тот, кто был, есть и всегда будет. ויש פירוש אחר שאומרים שזה אני יהיה בשבילך בצורה שאתה זקוק בי. И есть другое толкование, я буду для тебя тем, в ком ты нуждаешься. Им ата роце оти акшав ке Элохим руфеха, ани бишлуха руфе. Если ты в этот момент нуждаешься в Боге, исцелителе твоем, я буду для тебя целителем. Им ата роце Элохим гоалеха, ани бишлуха гоалеха. Если ты нуждаешься в Боге, искупителе, я буду для тебя исцелителем. Им ата михапес
кивун бахае, аз ани е бишвилха Элохим ниси. Если ты ищешь направление в своей жизни, я буду для тебя Бог, моя победа, мое знамя. Да? Мое знамя, направление. Они уже паршанут чини, а вальми де эзи паршанут амити, они люди. Мне нравится второе больше толкование, но какое настоящее, я не знаю. Аваль, они руце цап не добирают, коль динамика. Но я хочу здесь поговорить об этой динамике. Ине Моше Бамадиан макшив ле Элохим. Вот Моше в земле Мадианской слушает Бога. Вам Исраэль квар хай мяль 200 шана баэрец Мицраим. И народ Израиля жил уже более 200 лет в земле Египта. Еш лахацим ми Мицраим батуах. Точно их над них надавливали египтяне. Авар еш гам аутономия. Но у них также есть автономия. Ми юдея маза аутономия. Кто знает, что такое автономия? Зе кило ата хай ба медина, авал еш лаха хоким мишелха. То есть если ты живешь в какой-то стране, но ты живешь по своим законам. Ми натан эта хоким и аутономия зоти ле Иуди? Мишу зохер? Кто дал законы еврейской автономии в Египте? Кто помнит? Йосеф. Йосеф. Вот безманжел Йосеф. Натнулем адама бешем Гошен. Во время, когда Йосеф был премьер-министром, им дали землю Гошен. והם היו חיים שם. איתם אני жили. ומפתחים חיים בתוך האוטונומיה הזאת. И развивали свою жизнь в этой автономии. Вот оно это Тора нихтебет. Тогда еще не было письменной Торы. אבל עידוד של אברהם, יצחק ויעקב זה היה כל כך חי. Но свидетельство Авраама, Ицхака и Якова было настолько живо там. ורוח אלוהים היה נוכח בני ישראל כל כך חזק. שאני לא מאמין שהם עזבו את אמונה. И дух Господа так пребывал среди них, я не верю, что они кто-то там из них оставил веру. Мидрашим умрим, שהם התחילו להשתחוות לאלילים כמו מצרים. И некоторые мидрашим говорят, что они начали поклоняться также египетским идолам, как и египтянам. אבל כל מדרש אנחנו צריכים להסתכל עליו קצת בזהירות, כי לפעמים זה הגזמה. Но каждый мидраш нам нужно рассматривать осторожно, потому что иногда там есть большие преувеличения. Они мамин, שהם היו עדיין יודעים את אלוהים. Я верю, что они все еще знали Бога. ושבט של לוי. И колено Леви. לפי כל הציון. И согласно всему описанию. היה שבט של כהונה. Был священец, колено священников. אחר כך, הרבה יותר מאוחר, נבחרו כשבט כהנים רשמי. Потом они, их уже это колено было избрано как колено священников. אבל אפילו לפני זה, כי כתוב שיש מעמד אחרת לארם, פתאום עליו מדובר כאן, על אהרון, על מרים, אז יש להם כאילו סמכות קצת שונה משאר העם. И все равно, если мы читаем внимательно, то мы видим про, что есть другой статус Амрама. Есть у Мирьям и Аарона, они все равно были выше всех остальных. То есть люди находились немного в другом статусе. והם מכירים את אלוהים, הם לומדים על זה, הם מתפללים. И они знают Бога, они изучают, они молятся. הם מסבירים על שם אל שדאי, על דברים ששונים מדתות של אלילים. И они объясняют имя אל שדאי, они объясняют разные вещи, которые отличаются от других религий. אז פתאום משה שומע מילה. И тут Моше услышал слово. לך תגיד להם שאתה מכיר את אלוהים. Иди скажи им, что ты знаешь Бога. לפעמים זה נשמע כאילו לך ותסביר להם את התורה, משהו חדש. иногда это звучит, как будто иди объясни им Тору, нечто новое. לא חושב כך. Я так не думаю. אני חושב שהם היו מספיק מחונכים, וידע שלהם הייתה די גדולה על אלוהים. Я думаю, что они были достаточно образованными, и у них, да, было знание о Боге. אבל כאן אנחנו רואים משהו אחר. Но здесь мы видим нечто другое. אנחנו רואים שאלוהים אומר למשה. Мы видим, что Бог говорит Моше. לך ותגיד להם שהגיע זמן לגאולה. Иди и скажи им, что пришло время искупления. אני אהיה בשבילם אלוהים גואליהם. Я буду для них Бог искупитель. ואתה תהיה גואל. А ты будешь избавитель. А та бен адам. Ты человек. ובעצם זה מה שקרה. И это то, что произошло. בעצם עם ישראל בתקופה הזו מקבל לימוד. Народ Израиля в этот период принял учение. שלא רק אלוהים בעצמו עושה דברים מה שהוא רוצה. Что не только Бог сам делает те вещи, которые он хочет. אלא הוא גם בוחר בבני אדם כעזר,
Но он также избирает разных людей как помощников, как инструмент в его руках. И потом это учение проходит по всему Танаху. В книге Судей. И дал им избавителя и избавителя. Что мы изучаем из всего этого? Вот мы здесь. Новые репатрианты или более старые, или даже рожденные здесь в Израиле, верующие в Иешуа, в народе Израиля. И многие из нас думают, у меня есть послание для нашего народа. Но какое послание? Что наш народ не знает Бога? Что-то, что происходило во время Моше. Понятно, что наш народ знает Бога. Но нашему народу надо узнать Бога как спасающего в этот наш период. И хотя наш народ израильский сегодня свободен от всякого рабства, но мы все еще рабы. И материализм. Вы помните, что с народом кое-что произошло во время царя Саула? Помните, что они сказали? Кто помнит? Мы хотим быть как другие народы. Это однозначно наше состояние сегодня. Это состояние нашего народа. Мы избранный народ. Но мы всегда хотели быть как другие народы. Получили. И не говорю про то, что у нас, как у других народов, есть айфоны. Айфоны — это как хорошо. И я не за правительство шариата или галахическое религиозное правительство. Но как народ Израиля, нам нужно приблизиться к Богу. И нам не нужно приносить новое знание о Боге нашему народу. Но нужно дать и принести слово о ком-то, кто больше, чем сам Моше. И Новый Завет сильно говорит об этом. Потому что у нас есть кто-то, кто больше, чем Моше. Насколько великий Моше, Иешуа больше, чем Моше. И послание к евреям, и послание к Галатам говорят, что Моше был как слуга в Божьем доме. А еще он сын в Доме Божьем. И нам нужно схватить это. Принести правду о Боге действующем, а не о Боге, который где-то далеко. Это то, что я изучил, выучил для себя в этой недельной главе. Как это сделать? Это уже другой вопрос. Я думаю, что нам нужен его перст и движение Святого Духа. Но также наше согласие. Поэтому давайте мы помолим. Давайте мы встанем. Отец, я молюсь за наших людей. Не только те, которые стоят здесь, но те, которые нас слушают через интернет, и всех живущих в Израиле. За мессианских верующих. У нас есть особое призвание в эти дни. И мы обычно пропускаем это, потому что мы заняты другими вещами. Я молю тебя, Отец, что ты послал Святой
מכיר ששמו חשוב בתוך ישראל. И чтобы каждый узнал, что его имя важно среди Израиля. שמו חשוב בתור ישראל. Его имя важно среди Израиля. שמו משפיע על כל העולם. Его имя влияет на весь мир. אבא, תעזור לנו. Отец наш, помоги нам. תעזור לנו להביא אמת על ישוע. Помоги нам привести правду о Иисусе. על תנועת אלוהים בזמן הזה. О движении Бога в этом время. ובעצם לחיות תנועה. И быть этим движением. להיות תנועת רוח הקודש. Быть движением Святого Духа. שנה משהו במפת ישראל. Изменить что-то в карте Израиля. לא בצורה פיזית, אלא בצורה רוחנית. Не физическим, но духовным образом. תן לנו משיכה משמיים. Дай нам помазание с небес. ותשתמש במיוחד בצעירים. Используй особенно молодых. אבל לא רק אותם. Но не только их. כי כל אחד מאיתנו. Что каждый, каждый из нас. שם שלך חשוב. Твое имя важно для Бога. אבל אני מתפלל שתברך אותם. Сейчас я молюсь, что ты благословишь. בשם ישוע המשיח. בשם ישוע המשיח. ואמרו אמן. Скажем,